Привет, друзья! Всем привет, всем привет, всем привет! Всем привет! Приехал, кашу траву на сенокосе. Кашу траву! Остановился вот воды попить, да палка какая-то попала. На этом поле мы... Ой! Сколько лет? 6-7, может быть, 10 не косили. Было наводнение, и там, чтобы сюда заехать, короче, было проблемно, нельзя было заехать, перекрыто водой было все это дело. Вот. И в этом году год сухой. Более-менее там подсохло, проезжаешь. Вот. Такая масса. Тут грива, много муравейников. Муравейник один через один. Иногда косилку отшибает назад. Иногда нормально проходит. Там ложбины есть, там трава погуще, получше. Вот. Ну вот что сказать, кашу на 4-й передаче. Вот. Сейчас добью здесь. Буду там по ту сторону дороги. Там буду косить. Сделаю охват. Вот так вот. Ну так, такие дела. Муравейников много. Много муравейников. А там вон даже кусты стали расти. Вот, видите, раз, два, три муравейник. Там, там, да тут. Очень много. Травка тут маленькая. Вот. Там получше. Так, ну, грива есть грива. Дождей было мало, поэтому и так, а трава маленькая. Он наберется, думаю. Еще мы по ту сторону, там можно косить. Мы еще косили. Я не знаю, записи, видеозаписи остались, наверное, может быть, у деда. По ту сторону ржавца, вот кусты, там ржавец идет. По ту сторону ржавца, там сенокосы соседа нашего, дяди Володи были, Казанкова, Окунева Владимира Дмитриевича, то есть. Там можно косить, но там надо заезжать оттуда, с той стороны. Вот. Ну, там много по этой, там трава хорошая, большая, густая. Только если здесь мы берем сенокос площадью, то там урожайностью будет браться. Там очень густая трава. Вот. Но туда я, правда, не заезжал, не смотрел. Вот. Прямо, я думаю, что там ржавца, вода, скорее всего, прямо стоит. Так что пока... Сейчас сяду, добью этот захват. Туда поеду, вот так вот. Докосил охват.
такие вот муравейники встречаются, кочки. Где-то косилка отстегивается, где-то, ну, однозначно перерубает. Еще осталось до леса косить и там проулок. Вот. Так вот. На сегодня все. Сейчас собираюсь домой, еду. Жду, когда это подсохнет. Вот. Ждем, когда подсохнет. Так вот. Ходил на 4-й передаче. Можно было бы на 5-й ходить. Но, блин, жалко мне косилку, жалко. Муравейников много. Как даст, вот их подряд несколько штук. Как даст, бывает иногда. Назад уходит. Где-то кусты прогляжу. Кусты скошу. Вот. Все на этом, все сегодня. Жарко в тракторе. А что жарко? Жара, лето же. Вот так, ладно, ребята. Косилку складываю и еду домой. Так, вот это поле надо будет убирать. Так, друзья, всем привет. Приехали на уборку сена. Приехали на уборку сена. Сегодня с утра дождик прошел в деревне небольшой. Погода такая вот стоит. Вот. Сено волгловатое. Но она как бы роса, не роса. Сейчас, наверное, попробую рядок пройти. Вот. Так там вроде ничего. Тут едешь, дождик, не поймешь, что погода какая. Вот. Ладно. Дождик, не дождик. Сейчас я пройду рядок. Один еще. Соберу. Рядочек пройду.
привет, ребята! Сегодня рулоним. Ай, короче, прошел дождик и испортил нам всю погоду. Вот так вот. Собрались мы домой ехать. Сейчас пойдем домой. В надежде, что завтра продует все. Вот так вот. Накрутили мы штук около 40 где-то рулонов сегодня. Можно было бы крутить еще, но дождик помешал. Волки есть. Дождь прошел, брызнул, и волки стали сырые. Сейчас мы отцепляемся. Вот, покажи. У нас тут вот. Рулон. Ну и тут вот осталось. Тут тоже часа. Тоже рулонов на 30 будет. Здесь самый сильный такой. Так что вот такая погода у нас в Сибири. До обеда солнышко, после обеда на небо смотрим. Так, ну все, наверное, сейчас поедем домой. Слава богу, сегодня поработали. Хорошо.